Смешной такой момент по поводу языка. Маленькие дети изучают язык очень быстро. Нужен один календарный год, чтобы ребенок мог не только понимать язык, английский язык, но и мог разъясняться на любые темы. Имеется в виду того возрастного уровня, которому он принадлежит. Многие дети в Америке знакомятся с английским языком, даже несмотря на то, что, например, они родились в Америке, только в школе. Связано это с тем, что, во-первых, многие родители не могут позволить себе детский сад по причине того, что это очень дорого, а русские мамы в большинстве случаев не работают. Во-вторых, это связано с тем, что многие русские семьи пытаются сохранить русский язык и ходят в русские детские сады. И потом их ребенок попадает первый раз в американскую школу, не зная ни одного слова. Это, мне кажется, не совсем правильно. Многие будут возмущаться, конечно, но я считаю, что ребенок перед школой, даже если это киндергарден, они считают, что пусть ребенок научится читать и писать, да, попытается хотя бы на русском языке, но потом он английский язык освоит в школе, да, это киндергарден, как, допустим, как детский сад. Но я так не думаю, потому что ребенка кидают в эту среду, он ничего не понимает, от него что-то требует, какие-то задания, он же тесты должен писать, да, он вообще ничего не понимает, и у него культурный шок. Он вообще не хочет идти в эту школу, потому что он вообще не понимает, что происходит, что от него требуется. Поэтому я считаю, что до 4 лет он должен ходить, может ходить в любой сад, хоть в китайский, но в 4 года его должны отдать в американский детский сад, чтобы он мог понимать детей. Потому что сначала, когда принимают детей в школу, проходит тестирование на предмет того, умеет ли ребенок писать, читать, его аналитические способности. Да, самые такие примитивные. Исходя из этого, формируют классы. Если ребенок вообще ничего не понимает, и ему нужен еще один календарный год, полгода, как некоторые говорят, это вообще недостаточно. Потому что я знаю, что у меня Катя в 4 года она ходила в детский сад, но полностью учебный год, но она начала свободно говорить только вот когда уже прошло какое-то время в киндергарден. Мне кажется, недостаточно. То есть один календарный год должен для того, чтобы ребенок смог понимать и начинать разъясняться по-английски. Русский, если его не поддерживать, не тратить свои денежные средства, что русские не очень любят, для того, чтобы читать и писать, то он забудет этот язык. То есть дети, которые приезжают из России сюда, зная русский язык, они могут говорить, но читать и писать они уже не могут. Его нужно постоянно поддерживать на протяжении многих-многих лет. До тех пор, пока не станет взрослым ребенок. И вот по поводу языка. У русских взрослых, конечно, язык ужасный. Мы много ошибаемся. Мы думаем, что это так правильно говорить, но это вообще неправильно. Например, я 30 лет говорила слово «пати». Вечеринка. Меня никто не исправлял никогда. И одна знакомая, ребенок хихикает. И его мама говорит, он хихикает, потому что слово пати по-американскому, английскому, это горшок. Они акают, они окают. Например, они говорят не то, а там. Там, я не знаю, не под, а под.
а нас-то учили, что горшок это пот, а у них оказывается пати. Вот я говорила, что party city, нужно говорить party, party city. Вот, а дети, они очень быстро схватывают, и они говорят правильно, то есть так, как нужно делать. Поэтому если кто-то боится, что ребенок будет говорить неправильно, нет, у него не будет акцента, если ребенок приехал до 12 лет. Потом, конечно, акцент сильный, они с трудом уже учат, как бы больше времени им нужно для того, чтобы выучить язык, и акцент уже остается. Но по поводу акцента в Америке, в бытовой жизни, по поводу акцента никто не парится. То есть сейчас я не обращаю внимания на то, как я говорю. Мне лишь бы что-то сказать по-английски. Хотя бы какую-то чтобы грамматика была правильно. Сначала я стеснялась вообще разговаривать. Потом я плюнула на это дело и стала общаться. Ну, акцент есть, и куда от него, ты от него не избавишься уже. Исключение составляют люди, это интересная вещь. Те, кто шепелявит, у них очень маленький акцент. А вообще у русских он очень жесткий и режет слух. Когда ты не живешь в Америке, и ты слышишь только русскую речь, ты не замечаешь этого. Но когда ты живешь в Америке уже какое-то время, у нас у русских очень жесткий акцент, избавиться от него практически невозможно или очень трудно. Но американцы к этому терпимы, потому что здесь очень много людей из разных стран, каждый со своими акцентами, у американцев у своих там акценты, кто в Нью-Джерси, у них свой акцент, там Алабама свой акцент, они очень терпимы к этому. Поэтому главное правильно что-то говорить, соблюдая грамматическую часть английского языка. Главное вообще что-то говорить. Они натренированы. Люди, например, которые сидят на телефонах, у них свои даже тренинги по этому поводу. Они говорят все медленно, четко, могут повторить, если что-то непонятно. Поэтому никаких проблем с этим не возникает. По поводу языка. Еще интересная вещь. Независимо от того, в каком возрасте приехал твой ребенок, и родился он или нет, но если родители разговаривают дома на языке отличном от английского, он будет ходить в программу ESOL. Что это за программа? Это такая программа, откуда ребенка на какое-то время, в зависимости от того, какой уровень английского языка он имеет, который определит тест, его забирают, учитель, и с ним занимается, как у них специальная группа, где они занимаются английским языком в течение учебного дня. Это добровольно-принудительный порядок, потому что по результатам теста Катя наша показала, что у нее продвинутый уровень английского. Мы отказались от него, потому что это, во-первых, мы думали, первый год в школе, она еще наверстает, и во-вторых, зачем он ей нужен, если у нее выше балл. Учитель позвонила нам и сказала, что, ребята, вы обязаны его взять, потому что ваш ребенок говорит на языке отличном от русского. И нам пришлось подписать эту бумагу, она у нас ходит, но 2 часа в неделю всего. Но самое главное в том, что не в том, что с ребенком будет заниматься, а в том, что он обязан будет сдать тест ESOL. Если он не сдаст этот тест, то при поступлении в колледж либо в университет он будет обязан это сделать. Без сдачи этого теста его не примут ни в один колледж, ни в один университет. Обычно они сдают его в middle school,